Блин, мухоловка-то прошла, можно было бежать. Нам надо спуститься. Так, все, не совал. Что делаешь? Нет, только не ты. И нам прямо на лягух. Прямо на чертовых лягух. Ну, в принципе, водяные стрелы. Погасить факелы. Боже мой, еще один. Так. Хилка, спаси нас. Бейлинги, да-да-да, это бейлинги. Бейлинги. Что-то вообще за... Еще одни катакомбы. Стрела, стрела, стрела. Стой на месте. Минус бейлинг. Последний уровень? Нет, нет. Последний будет следующим. О. Ледяные стрелы. Берем, естественно. Ой-ой-ой-ой-ой, чё за... Газовая стрела. Блин, стрёмно-то как! Комната, блин, космос. Песница. Со мной, негодяй. Эй. Эй, привет. Я не понял, вы что меня игнорируете? Ты великий вор. Нечего меня объяснять. Нашего великого настоятеля взяли в заложники люди Трикстера. Если мы не вернем его живым, все будет кончено. Также наши враги украли у нас весь создатель. Его нужно вернуть. Пусть так и будет со всеми детьми моими. У нас нет своих навыков прятаться и краситься. А враги наши его наверняка убьют, если мы нападем на них в открытую. Так, что ж, понятно, надо найти первосвященника молотов, вернуть первосвященника осажденным молотом. Резец строителя. Подожди, а резец мы же взяли, вроде. Какой-то резец мы взяли. Так, ну понятно, хамеритов. Значит, надо спасти их. Они укрылись здесь в крепости. Надо спасти их главного, который, естественно, попался врагам. Дали они нам ключ. Ключ, наверное, нужен для какой-то двери. Значит, нам надо ее найти сейчас. Мне два бигмага, большую картошку и колу 0.5. А почему 0.5? Почему не больше? Почему не 0.6? Жадишься, товарищ? Не стоит, не стоит.
Любитель Бигмага. Специальные соусы, огурцы, салат, лук, все на блиночке с кунжутом, только так. И это Бигмаг. Мухоловка не включаться. Кстати, что за комната здесь есть? Да, огненная стрела здесь есть. Как всегда в жаровне. Наверху где-то. Как бы пещеры. Никаких дверей тут. О, да, точно, вон. Вижу. Вижу. Дверь. Здесь. Я его выкинуть не могу. Значит, это квестовый. Ну, у этих хамеритов такое окошко просто. Все, понял. О чем-то. Так. Где мы? Дали он нам карту, что ли, какую-то дал? Просто свиток, что ли? Папирус. Да, это карта. Карта пещер. К реке наверх, вниз, док. Прекрасно, прекрасно. Просто прекрасно. Ну просто. Осадное окно. Вот эти балки. Это, видимо, выход туда, куда-то. Короче, как всегда, ничего не понятно. Мощи. Прячемся. Давайте оглушим товарища. Иди сюда. Крыса. Вон она идет. Блин, как ты быстро ходишь? Кто? Я ударил тебя, ты должен упасть и упасть к моим ногам. Как по-твоему, что лучше, Орден Молота или РПЦ? Конечно, Орден Молота лучше. Ведь они... Говорят о совершенстве. Достижение совершенства. И они борются с нежитью. Все, кто борется с нежитью с помощью святой воды, они все круты. Господи! Символ ГДР, гигантский молот и циркуль. Чё, прям гигантский молот и циркуль? Смотрите, а. Где газовая стрела? Блин, спалился. Давайте минку. И минку, значит, использовать нельзя. Блин. Черт, блин. Похоже, это неплохой путь для бегства. Вода. Запомним это место.
свалился, как последний. Похоже, это неплохой путь для бегства. О, все верно. Да господи, паук, ты-то тут... Проклятый паучиха! Паучиха... Паучи меня, паучиха! Я что-то чувствую, смотри, лоба! Кто-то за нами следит, смотри, лоба! Как ты меня нашел вообще? Я в тени прятался. Вонючка. Милашка. Побежал за мной. Похоже, это неплохой путь для бегства. Да чтоб тебя, проклятый паук! Читерский паук. Схватите эту вонючку. Ну прекрасно. Похоже, это неплохой путь для бегства. В этот раз не побежал. Так, костер гасим, естественно, сразу же. Привет, Соулин. Теперь за мной. Ну, сразу, ну молодцы, ну прям. Схватите эту вонючку. Вы просто омерзительно. Это неплохой путь для бегства. Будьте прокляты. Кто меня ударил? Я могу вообще туда спуститься так, чтобы меня никто не заметил. Похоже, это неплохой путь для бегства. Нет, все-таки паук. Паук, ну кто же еще? Ты-то крысолюд. Кто-то за нами следит. Смотри в оба. Вижу вас. Похоже, это неплохой путь для бегства. Да господи. Осторожными. Осторожными. Хватайте его! Да как ты заметил меня? Боже мой, как вас много. Здесь чужое человечье. Пещеры. Пещеры этих. Газовая стрела. Лучше использовать газовую стрелу сразу. Как эффективнее. Хотя надо подождать, пока не вместе.
А, трипл килл! Прекрасно. Вот еще ходит. Ну вообще прекрасно. Как ты заметил меня? Давайте, уходите оттуда. Так, нужен еще один трипл килл. И не мазать, и не мазать, и не мазать. О, человек. Это он, что ли, первосвященник? Что ж, хватаем, надо его отнести. Да, это первосвященник. Возвращаемся. Пам-пам-пам-пам. Ну что ж, бегом, бегом. Паук. Где выход? Выход где-то рядом. Где-то. Да. Нет, дверь закрыта! Дверь закрыта! Нет, я закрыл дверь. Зачем? Зачем я закрыл дверь? Паук, теперь вот этого унести, и все будет прекрасно! Да! 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 Все, теперь валим через эти комнаты. Ай, больно. Блин, еще один. Почему я так медленно двигаюсь? Еще паук увязался. Почему я так много не двигался? Значит, новые задания. Блин, убить всех мухоловок, это я не хочу. Вниз. Ох, похоже, мы почти прошли эту миссию. Экшн, экшн.
Но... Миссия выполнена. Миссия выполнена. Что ж, это было не так, чтобы сложно, но и не очень просто. Статистика. Да, добычу мы всю забрали. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Выходим на финишную прямую. Давайте посмотрим ролик, мы его заслужили. Вес обеих чаш весов сильно увеличился. Одержав победу, враг наш сделал себя уязвимым. Мы не могли действовать непосредственно, мы только ждали и смотрели, чтобы увидеть, не покажет ли его с гордостью избранная пешка свою недееспособность, аналы хранителя. Ну, вот оно. Молоты поговаривают, что они видели, как Константин удалился в свое логово, чтобы произвести ритуал с глазом. Хаммериты соорудили подставной, фальшивый глаз. Если я смогу подменить на него настоящий глаз, у него будут проблемы. Если, конечно, он не застанет меня за этим занятием. Такого мне еще никогда не приходилось делать. Мне брошен вызов. Вызов принят! Challenge accepted. Итак, вот она миссия в утробу хаоса, финальная миссия этой игры. Так, ну прежде чем мы ее... Так, прежде чем мы прочитаем задание... Так, во-первых, мы сохранимся, а во-вторых, перед финальной миссией я обещал показать бонусный уровень от разработчиков. Для этого мне нужно кое-что... Па-па-па-па-па-пам. Так, давайте-ка поставлю обою. А для этого мне нужно... Что мне нужно? Для этого мне нужно добавить одну строчку в конфиг игры. Сейчас я это сделаю. Это буквально пара секунд. Где он там? Ага. Так. После финала бы запустил ее. Но после финала это будет не то. Финал это финал. Финал это финал. А вот фановую миссию можно в любое время пройти. Почему бы и нет. Финал это конец. Так, сохранили. Все. Что ж. Давайте попробуем. Для этого мы... Выход. Новая игра. Сложность без разницы, без тренировки. А, нет, нет, подождите-ка. Надо выйти из игры сначала. Сработало. Опа-пам. Выход. Так. Что ж. Да. Вот она. Новая игра, без тренировки. Бла-бла-бла. Бонусная миссия. На этот вечер я планирую простенькую работенку. Пробраться в охраняемое поместье, стащить пожитки очередного знатного придурка и тихо уйти. Лорд Баффорд уехал из города, и ходят слухи, что капитан его охраны уехал вместе с ним в качестве телохранителя. Настало время для небольшой кражи со взломом. Передние ворота поместья лорда всегда хорошо охраняются, а главная улица хорошо просматривается. Но Катти сказал мне, что есть другой путь. Немного в сторону от прямой дороги. Там всего один охранник и нет свидетелей, которые усложнили бы работу. Катти хочет, чтобы я достал скипетр с серебром, драгоценными камнями и так далее, как обычно. Он должен дорого пойти. Баффорд, скорее всего, хранит большинство своих сокровищ на верхнем этаже, поближе к сердцу и подальше от слуг. Ну, нечего ждать. Все заметки Катти у меня, и все, кто должен был спать в доме, уже уснули. Пора начинать. Баффорд, happy home. Так.
Замкнутый круг. Прогуляйтесь по уровню и посмотри на приколы, с некоторыми из которых мы столкнулись во время работы над вором в качестве багов, и другими, которые существовали лишь в наших весьма извращенном воображениях. Когда насмотришься вдоволь, нажми кнопку у главного входа. Вот такая бонусная миссия, если кто не знал. Есть в первом воре. Да ну, нам ничего не понадобится, нафиг. Уже видим текстуры. Боже мой, Бурик ходит. Баффорд. Какие лилипусики, смотрите, ходят. Лягушечки. Ненавижу вас. Последний раз, когда это был один другому, как время. Так, идем прямо через главный вход. Всех убиваем с одного удара. Не нажимай эту кнопку, написано здесь. Ну, она выход. Выход есть выход. Что это? Зомби, танцующие зомби. Посмотрите, есть анимация танца. Танцуйте, мои рабы, танцуйте. Ну-ка. Что тут вообще есть? Ходят бурики прямо на месте. Все лучше, чем наша попса. Да, да. В сравнении с нашей попсой все лучше. Так, что это? Давайте-ка на второй этаж. Что тут? Лежит прямо в воздухе. Как ты лежишь? Что у тебя за лицо-то такое упоротое? Чего ты наглотался, товарищ? Прямо в воздухе лежит. Что тут есть? Так, ну-ка, давайте-ка пройдемте в главное здание. Человек под водой, человек утонул, спасите его. Дэвид Блейн, я лечу. Уличная магия. Дэвид Блейн, блин. Уберем меч. Где мы? Это выход? Это вход? Нет, это не тот вход в сокровищницу. Вон он, человек под водой. Нет, не падай, нет! Что ж ты делаешь, Гаррет? Гаррет, выберись отсюда, Гаррет. Гаррет, ну что ж ты делаешь, Гаррет? Блин, Гаррет. Я не могу управлять. Чё он скачет туда-сюда? Еле выбрался из воды. Господи, багнутая вода полностью. Багнутая вода. Они вообще ее довели до ума. О, картины. Какие картины интересные соседствуют. А вот это, наверное, маленький мальчик Гаррет. Смотрите, он прям сидит на коленочках у Грэмпи Кэта. Другие поклоняются ему. И тут еще есть череп с костями. Всякая хрень. Козерог. Это как этот, привет, медведь есть, а это привет. Привет, Козерог. Привет, Сатирчик. Какая улыбающаяся рожица. Интересно, они все картины от руки рисовали или нет? Супер картины. Давайте посмотрим все, что здесь есть. Так, здесь еще есть выход на второй этаж, да? Второй этаж? Нет. Не второй. Какой второй? Давайте сначала пройдемся по кухне. Бутылочки. Не true физика, увы. Это вам не Half-Life тут. Помогите, помогите! Помогите! Но... Спасите! Нифига себе он тут готовит, а? Скелет. Мертвый бурик, разлагающийся. Господи, что они здесь творят, а?
Реализация газовой отрыжки буриков поначалу столкнулась с некоторыми проблемами. Отсутствие начальной скорости и просчеты в точке выхода газа привели к тому, что создания обладали смертоносным бдением. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Офигеть! Не с той стороны, слушайте. Они атакуют не с той стороны, они атакуют задницей. Боже мой, создатели, вы упоролись. Что вы натворили? Бурики, вы атакующие задницей. Боже мой. Смертельное бдение. Не хотел бы я повстречаться с таким. Эй, только не думай, что тебе снова удастся скрыться. Я вижу тебя. Лилипутик. Страшный лилипутик. Боже мой, какой маленький страж. Страж, ужавшийся в комочек. Видать, совсем не кушал кашку-то, а? Интересные текстуры здесь. Где выход на второй этаж? Где выход? А хочу на второй этаж. Сами себя убивают. Говори вообще. Они неправильные, они явно неправильные. О, это комната с летающим Дэвидом Лейном. Страшно. Какая какашка, когда повар людей готовил. Боже мой, что они там делают? Не, ну создатели упоролись, конечно. Чего стоит тот уровень, под уровень точнее, маленький... Большой мир в этом в особняке Константиной. Вот кто был на стриме, тот помнит. Это мы вообще были лилипутики. Это приключения Гулливера, самые настоящие. Мы бегали там, а мир был огромным, а мы были маленькими. Мы бегали, как тараканы по раковине, и пытались взобраться на стол. Это было то еще приключение. Ну-ка. Подпрыгни, чтобы увидеть баг, с которым мы случайно столкнулись. А, ну типа нету крыши. Гробница, блин. Так. У тебя, кстати, голд-версия или оригинал? Голд-версия со всеми дополнительными миссиями. Их 3 дополнительных миссии из голд. Все они... Ага, в гонку ударил. Хрен тебе. Куда ты побежал? Умри! Умри! Слушайте, он неубиваемый, нифига. Дверь багнутая. Багнутая дверь, она вообще отлетела в сторону. Что за... Нифига себе. Исчезающий баннер. Двери уходят куда-то в сторону. Боже мой, как они эту игру дорабатывают. Я не представляю. Кстати, баскетбольная площадка. Привет из тренировки, где собраны цитаты разработчиков. Мы смотрели ее. Слушайте. Прикол. Это если кинуть мячиком. Забавно, что... Когда я бью мячом, гонг не звенит, а когда мячиком звенит. Странное дело. Привет, Леориан. Тронная зала. Какая патетика. Вон тут дэв. Вот и дэв. The games of Sarnot. Немножко не понимаю я прикол, но прикольно, что пакетик с чупа-чупсом. Или даже одноглазый, нет, двухглазый монстр. Ну-ка. Если бы наш движок позволял использовать зеркала, игроки в бор наверняка испугались бы, обнаружив, что облик Гаррета вовсе не так впечатляющий, как рисунок на коробке с диском. Неужели вот это? Неужели это и есть облик Гаррета? О боже мой. Тронный зал. Великий белый трон. О, белый трон. О, белый трон, я поклоняюсь тебе. Религия унитаза. Вот это я понимаю, да. Что тут еще есть?
Еще второй этаж мне было. Ну-ка. По умолчанию вес большинства объектов был принят равным 30 фунтам. Однако, если бы тепловой диск огненной стрелы, дающий круговой эффект искажения, имел такой вес, то отдача при стрельбе могла бы поломать тебе ребра и отбросить тебя в другой конец комнаты или даже убить. Ну-ка, давайте-ка попробуем огненную стрелу. Ты в Dev 2 играть будешь? Там с камерой можно свою рожу увидеть. Да, я буду играть. Не знаю, когда. Ну-ка, давайте стрелу используем. Че, не работает? Не, блин, я думал, будет прикол с огненной стрелой. Вершибурик заклевнувшийся. Так, здесь проход вниз должен быть. После этого... Наш окончательный вариант мухоловки против изначальной концепции этого создания. Хватит меня бомбить! Блин, я сейчас сдохну. Нифига себе! Я умер. Блин, я умер. Черт. Интересно. Это голая женщина и была мухоловкой? Странное дело. Мы тебя проучим. ЦСП? Слушай, а ведь похоже, реально похоже. Вот откуда они берут свои модели. Интересно. Где этот второй? Блин, что ты за мной ходишь? Кстати, вот эти... Интересно, как они руки в сторону оставили. Это просто модели. Вот это, кстати, музыка звучала, когда мы спускались в мавзолей. Ну-ка. Обеспечение нормальной плавучести игрока в воде отняло много времени. Первоначальные опыты приводили к тому, что игроки тонули как топор или же болтались на поверхности как пробка. Ну вот, я вижу, как ты тут дышишь под водой. Привет, Роба 07. Рад всех видеть. Так, эта дверь закрыта? Открыта. Где второй этаж? Где второй этаж? Вижу я его. Стрельни огненной стрелой в упор. Да я стрельнул, она просто продамажила меня. Как-то не айс. Боже мой, эти звуки, как я их ненавижу. Где маленький? Этот голосок просто доставляет. Я хочу найти здесь одну комнату. Где эта комната? Что-то там, что за проклятие? Не, совсем в упор, но попробую. Что такое? О боже мой, комната! Ящики бегают за мной, сундуки за мной бегают, боже мой! Что они делают? Огонь в камине совершенно не похож на огонь в камине. Боже мой, создатели, вы упороты! Я просто не представляю, как бы выглядела эта игра, если бы... Боже. Большая попойка. Привет, Атринсвида. Блин, нажрались, да? Смотрите, все стражники нажрались. Я теперь от них не убегу. Я хочу от вас убежать, создание ночи. Ну-ка, я хочу проверить этот, стрельнуть огненной стрелой в упор. Это нам надо в тронный зал, да, идти? Да. Здесь этот баг со стеной. Ну-ка. Ну давай, стреляй. Сдох, да? Молодец, просто молодец. Тронная зала. Какая патетика. Какая патетика.
Спустили унитаз, а? Двери открываются просто злостно. Ты друг, приятель. Так, давайте возьмем огненную стрелу. Да умри! Умри! Все, кажись, умер. Так, ну давайте выстрелим огненной стрелой в упор. Ну не, ничего не произошло. Мы просто умираем. Просто умираем. Так, подождите. Да, все нормально. Не, огненная стрела так не работает. Так, ну что, мы здесь еще не были? Здесь у нас. Голова-то, а? Бурика. Бурик незаконнорожденный. Дверь закрыта, дверь закрыта. Стоп, 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 стоп. Да. Ага, главное залам. Ну-ка. Наш окончательный вариант мухоловки. Да, это вот этот. Посмотрим. Кто победит? Явно не ты. Вы посмотрите, как медленно летит стрела. Нифига себе, стрела меня убила. Это еще разок. Так, ну что, пошел стрим? Пошел? Все нормально? Ну-ка. Да, все пошло прекрасно. Блин, это стрела, это реальная стрела с багом. С багом. Все вообще упало прям сразу же. Как так? Почему? Почему это произошло? Я не знаю. Вот так вот и повтыкают. Блин, так вот и появляются втык-воды. Как-то ни одно наше прохождение вора, ни один стрим по вору, их было целых три, не получался единым вводом почему-то. Почему-то это вот не происходило. Так, где это? Сейчас врублю музычку по-быстренькому. И не только опс закрылся, что вы думаете? Нифига. Все закрылось. Абсолютно все. Так. Так. Вот. Офигеть, а? Что за багнутый уровень? Так. Играем. Сжаем. Я уже испугался, думал, спать придется идти. Нет. Так, не-не-не-не-не, в комнату с мухоловками мы больше не пойдем. Что это за комната? Некоторые метательные снаряды при определении нулевой начальной скорости выглядят куда более странно, чем другие. Давайте попробуем. Газовая стрела. А там же ключ. Да ключ это ни о чем. Боже мой, стрела зависает в воздухе. Ну-ка. Это называется чуть-чуть странно. Смотрите, слоу. Она вошла в стену. Макс Пейн, чё, ну да. Папирус, варюга. Боже мой. Не то, что более странно, это вообще.
фиг знает как. Ладно, мы поняли, создатели просто были упороты. Как они создавали эту игру? Вообще все эти первые игры создавали. Черт его знает. Ладно, ну, вроде все мы посмотрели здесь. Мы посмотрели великую попойку, мухоловок, огненные стрелы, эти стрелы. Да, да. Ну, осталось только нажать кнопочку. Ну, кнопочку, я думаю, мы нажмем. Как же не нажать кнопочку? И, ладно, этот к черту этот уровень забагнутый, полностью багованный. Бонус уровень. И да, смотрите, а? Танцует как, а? Кривоногий. Кривоногий, кривонушка. Криворучка. А вы чё стоите? Танцевать? Ну и чё, я нажал. Выполнили эту миссию. Ладно. Итак. Выходим мы на финишную прямую. Наконец-то. После 20... Так, мы начали час, да? 25, 28 с половиной часов было потрачено на прохождение этой игры. И сейчас мы приближаемся к концу концовочки. Вот так вот сделаем. Утроба хаоса. А, ну, ролик мы смотрели, давайте почитаем задание. Хранители сообщили тебе, что Константин ушел в утробу хаоса, отправляйся туда вслед за ним. А мобы-то жутковатые, go to trash, да ты просто... Нет, ну правда, это действительно так. Есть тут две хоррор-миссии, они доставляют то еще удовольствие по прохождению. Ой-ой-ой, столько боли. Ну да ладно. Если ты сумеешь подменить настоящий глаз, который Трикстер использует в ритуале, на фальшивку, сделанную хамеритами, это должно помешать осуществлению его планов. Чем больше тварей пройдет через этот портал, тем больше их попадет в город через храм молотов. Хамериты сказали тебе, что если ты не уничтожишь портал до того, как Константин закончится своим ритуалом, он может остаться открытым навеки, даже если планы Трикстера провалятся. А, ну, единственная дополнительная миссия — уничтожить портал. Ладно. Ох, так. Продолжим. Что у нас есть? Папирус. Гаррет, все, чем мы можем помочь тебе, вот эти кристаллы и отрывки из одной из наших древних книг. Стреры не про вафли. А, да, точняк. Нужно сохранить по элементальной стреле каждый, чтобы уничтожить портал. Грейпис, привет. Творение Трикстера в том виде, как они есть, сделаны из бесформенного вещества природы, а не из надлежащих материалов, о которых учил строитель. Огонь и вода, земля и воздух для Трикстера то же самое, что кирпич и брус для нас. Но как и их хозяин, они несовершенны. Его утроба скреплена простыми элементами, и в этом ее слабость. Разрушь каждое из этих скреплений противоположным, и утроба должна последовать за ними. Ну вот как раз здесь подсказка, что надо использовать элементальные стрелы, чтобы уничтожить портал или утробу. Поддельный глаз. Так. Есть дубинка, есть меч, есть парочка стрел. Ну и, конечно, мухоловочка сразу же. Проникнем, и хрен знает как. Блин, меня сразу же начинают дамажить, ну как так? Так, спрячемся, пусть они пройдут. Время на бобов не трать, они бесконечные. Да, не хочу их тратить, они будут же возрождаться. Какого года? 1999 года, да? Слушайте, они идут в портал.
Собираем газовые стрелы. Уходите, уходите. Это нормально, что они через портал проходят? Ну пусть проходят, пусть. Вон что. А вот то, что мы палимся, это плохо. Видимо, я очень поздно пришел и уже не пойму, в чем сюжет. Ну, сюжет прост. Мы достали глаз для Константина. А это был древний бог Трикстер. Он нас обманул. И в итоге мы чуть ли не приблизили апокалипсис. И нам надо сейчас все это исправить. С мобами не сражаемся. Нет, с мобами не сражаемся. Стой. Валим. Валим. Килки нету. Подождем, пока они там пройдут. Ты же не заметишь его. Ты, черт возьми. Видимо. Ну это уже последняя миссия, то есть. Что? Ничего страшного. Что сюжет может быть немного непонятен. Блин, и вправду жуткая игра, реально Слендер залипает. Блин, да отстаньте от меня! Отстаньте, я милый пушистый. Хочу тратить на тебя стрелы. Вот эти вот мобы вообще не нравятся мне ни разу. Как бы их пройти, да, Слендер страшный на бу-моментах только. Как так ты? Чёртова стрела. Нет, они здесь палят по-любому. Нифига не круто! Нифига не круто! Чёрт, 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 чёрт. Ждем, пока они пройдут. Крабики, проходите, проходите, крабики. Кстати, у нас есть карта. Карта красивая, но нифига не понятная. Эта игра, походу, батя хорроров. Ну, в принципе, вышел System Shock в это же время. Где там? System Shock — это хоррор в космосе. Это не совсем хорнерная игра, это просто чуть ли один из первых стелсов. Хотя первый стелс — это скорее всего Metal Gear Solid. И как там? Metal Gear. Что? Тут еще все надвое сказано. Так, все, прошли, кажется. Собираем стрелы. Помню эту игру, я тогда был очень маленьким, она мне показалась дико сложной. Она и сейчас дико сложная. И так что... Не парься. Лет 9 было, наверное. Да, господи, надоели мне мухоловки.
Чтоб тебя. ХПшек же нету. Так, я надеюсь, вот эти две пройдут. Я играл 2 года назад. Смотрите, еще сверху идет, а? А нет, ушла. Это чё? Чё за стрела? Это не стрела. Куда же? Так. В принципе, тут дорога одна. Давай, давай, проходи мимо, товарищ. Давай, 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 давай. Нас здесь нету. Мы маленький камушек. А он идёшь прямо на нас, да? Такой умный. Человек-краб! С одного удара нас убивает человек-краб. Настолько. Вот, сейчас вроде не заметил. Человек-краб. Во всей своей красе. Блин, ну как можно так промазать? Ой, я все газовые стрелы потратил. Надо загрузиться. Нет, нет, газовые стрелы терять нельзя. Схоронимся там, подождем, пока эта мухоловка пройдет. Они, видимо, все идут через портал в город. Как мне его не пройти? У меня есть? Вот, у меня нету флешек. Отсюда я пришел. Так, мы ждем мухоловку. Кто там за мной пошел? Только не говорит, что человек-краб решил проверить. Стрелы слабые. Ладно, вот так вот. Краб, да, человеки краби. Мне было 11, меня бы мама спать давно погнала бы. Прячемся в тени. Крыса! Черт. Блокируешь? Черт, 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 черт. Не спрятаться здесь. Вот, вот здесь. Здесь. Не парься, я не со зла, что так долго не писал, считал, либо. Давай, проходи. Нет, блин, он возбужден. Да, он возбужден! Черт, он был уже возбужден. Пошли туда.
Сейчас он вроде нас не заметил. По идее, должен пройти мимо. Да, конечно, конечно, он пройдет мимо. Так, я так сразу и подумал. Если бы. Если бы. Ну, просто его обойдем, что вы думаете? Что тоже не так просто. Вроде он свалил. Где тут спуск вниз? Блин, он за нами идет, что ли? О, круто. Есть спуск. Ха-ха! Свалился в лаву. Ну ты лох. А. Сворачивал обратно просто. Взял, свалился в лаву. О. Это лед. Или просто играет с другого источника. Черт! Проклятые кристаллы. Нет, к сожалению, почему-то в этой сборке музыки не было, кроме видеоролика, поэтому пришлось ставить ambient сторонний. Так что музыка нет, это не забрал. Хотя в игре охренительная музыка. О-о-о, лягухи. Нет. Тут количество хп как дается на уровень, так и дается, ни аптечек, ничего. Нет, ну почему? А, дается, вот, на разном уровне сложности дается разное количество хп, это раз. А во-вторых, на уровне можно найти и аптечки, которые восстанавливают некоторое количество хп, но со временем. Ну, либо вот фрукты, которые восстанавливают парочку хп. В самой игре там музыки почти нет. Ну да, в первой части, да. Поэтому пришлось поставить. Так. О чем я и говорил. Да не падай. Где вы все? Прощатели духи. Ой-о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 й. Ух. По второму разу лучше не надо. Да, по второму разу лучше не надо. А что это за лягушка у тебя под стримом в описании? Это гипножаба. Это гипножама. Она гипнотизирует вас, чтобы вы оставались здесь. Ой-ой-ой. Их целых три. Последний, давай, иди сюда, появись, давай, 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 давай.
есть. Минус 3. О! Огненные стрелы. Давайте их возьмем. Так. Раз, два, три. Да-да-да, уи. Так, ладно, здесь мы не допрыгнем. Просто обойдем. Просто обойдем. Комбы. Как мы выбираться-то отсюда будем? Здесь еще вроде стрелы. Наверное, единственная игра, где все вот эти наклоны вправо-влево пригождаются. Один раз. Особенно я помню, когда мы в опере кошелек воровали. Наклон вперед помог избежать обнаружения. Все украл, еще Майнкрафт. Нет, я хотел поверху пройти. С горки-то кататься, а? Приятно, видимо. Водопад. Эй, я хочу в водопад. Но я упал и разбился. Водопад неправильный, он как-то вверх нас посылает. О, поднимает нас наверх. Течение какое-то в обратном. В обратном порядке. Плывем, плывем. Воздуха у нас не так много. Я хочу туда, я хочу туда. Я не могу плыть против течения. Блин. Так. Куда нас ведет? Один. Раньше уровни делали, заблудишься вмиг. Да тут вообще эти укуренные создатели, они так проектируют уровни. А в качестве ориентира, что вы думаете, они дают компас, который ни разу не полезен. И это еще не все. Блин! Они дают карту, начертанную корявой рукой младенца на туалетной бумаге. И это все, что есть для того, чтобы ориентироваться на карте. Там только разве что вход можно понять, где расположен. Ну все. Приходилось вообще плутать по уровням. По 2 часа, чтобы пройти. Помни, там секретка. Где секретка? Где секретка? Фигура, где секретка? Тут есть секретка? Пока я плыву, скажи мне, где секретка? Вроде нету на этом уровне секретов. Поплыл. Справа проход-то. А, проплыл. Так там вроде не секретка, там просто этот. Кармашек. Тут же нету ценности, ничего нету. Просто кармашек с воздухом. Дышать можно. Так, проход. Я понял, что.
Блин, воздуха не хватает. Давай, 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 давай. О, да. Прекрасно. Вот, это такой же вот кармашек, такого же типа. Чтобы дышаться. Почти на финишной прямой. О, как мы точно, а? Да. Все. Так. Сейчас где мы оказались? Дерево. Древо. Хм, ну и размерчик. Big size. Big size, что ты хотел? King size, я бы сказал. Size. Колечко, колечко показать, он сказал. Сказал, покажи колечко. Что тут вообще есть? О, фрукт. Финишная прямая, ну да. Финишная кривая, поправлюсь. Ну и размерчик. Колечко тебе показать? Ты шо, Саурон, что ли? Ну вот они просят. Они просят. Я не могу их зря обнадеживать. Им Гаррет им нравится, они хотят. Фрукты берем. Фрукты берем. Блин, 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 блин. Дорога, дорога, дорога! Чёртовы пауки. Вижу пауков. В каждой игре есть пауки. Вот буквально в каждой игре есть пауки и ящики. Ну и размерчик. Везде. Везде есть пауки и ящики. Почему? Почему? Кто мне объяснит? Что это такое? О, можно забраться. Однако. Стрелы. Уйди ты, красный подлючий. Ага, арахнофобия. Не фобия, скорее доставучесть. Гаррет. Гаррет, ты меня изводишь. Не буди во мне зверя, Гаррет. И будь косым. Так, три фрукта. Так, сохранились. Стрел. Стрелы все равно пригодятся, пригодятся. Майнкрафт Форево, пауки, ящики. Да, кстати, в Майнкрафте тоже и пауки, и ящики. Все присутствует, все по науке, по красоте. А, как наверх теперь забраться? Гаррет, не тупи, зачем ты спрыгнул? Гаррет. Надо так делать больше. Гаррет, нет, Гаррет! Нет слов, Гаррет. Уже у тебя кривое управление это такое, Гаррет. Не надо так делать, Гаррет. Так, вот, вот как я поднимусь? Я не могу подняться туда. Не получается. У меня есть веревка. Это бесполезно.
шарик, который висит. А чё шарик, который висит? Ну, пусть он висит себе дальше. Чё? Ну, вообще ни о чем, это просто свет, кажется. Хотя... Нет, это просто шарик, это не портал. Он не портал. Господи, как же ты так прыгаешь, что тебя сносит? Гаррет, не беси меня. Давай. Блин, как забраться-то сюда, на такую поверхность? А, все, забрался. Господи. Жаль, не Half-Life, да? Да вам не Half-Life. Совершенно не Half-Life. Так. Мы приближаемся. Нет, только не паутина! У меня там паутинит. Это фрукт. Нужен фрукт. Мистер Фрукт. Идите от меня, пауки. Отстаньте от меня. Маленькая фея. Не хочу биться, я хочу... Давай, Гаррет. Интересненько. Ой, это, наверное, непростой коридор. Ну-ка, попробуем пройти. Да, не нужно нам на свет вставать. Идем по тени. Где мы оказались внизу, опять на самое дно. Опять на самое дно нам. Эй, ты кто такой? Вот с тобой я подерусь. Как ты, какой ты быстрый, а? Не буду я с тобой драться. Воры не дерутся. Сюда пришел человек. Давай, давай, беги сюда. Беги, 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 беги. Все за человеком. Да. Вот так. О, господи, я свалился в дырень, и благо здесь есть механика, обеспечивает возможность подъема на руках, а то бы я сейчас упал. Когда он с тобой подерется, резкий как понос. Ничего, ничего. Справились. И еще ближе ко дну. Еще на один шаг ближе к самому дну мы стали. Видите, как прекрасно все. Могу спасать мир, как не нам. Портал. Порталишка. Надо просто отключить этот портал и дать молотам шанс. Да, конечно. Здесь я правильно выбрал? Там еще мухоловка. Так. Где элемент воды? Надо выше брать. Ой, косой!
что, кому там шанс, я прослушал. Хавая стрела, это же земля, да? Блин. Косой, а? Косишка. Так. И огонь. Все, портал минусов. Да, уничтожили портал. Прекрасно. Что кому-то. Ух, теперь главная цель. Здесь нас не заметят. Там же будет сам бог Бикстер. Нет! А, фух. Буря гонит кони тучи, ветер рвет с деревьев листья, набегают тучи, свинцовые тучи, мечут молнии, дождь и снег. Призови бурю, призови серое, и пусть оно льет впереди тебя. Так, отвернулся. Глаз. Ветер дует. Горящее тепло пожирает дерево, пожирает плоть, превращает их в сову, превращает их в ничто. Призови огонь, призови красное, и пусть тьма. Подожди, пока Константин не завершит свой дом. Скоро придет твоя смерть, Дарк. Лучше бы ты остался наверху. Блин, не заметил. Так. Не знаю, что не сделал. Лучше бы ты остался, но превращая их в ничто. Призови огонь, призови красное, и пусть оно идет впереди тебя. Иди же, получше. Веревку не заметил. Где веревка? Мимо нее как. Пламя, горящее тепло, пожирает дерево, пожирает плоть. Куда бы забраться? Превращает их в залу. Превращая их в ничто. Призови огонь, призови красное, и пусть оно идет среди тебя. Вроде не заметил. Прилив поднимается и опускается. Река разливается, превращая рука в грязь. Смотри, как волны омывают камни. Осталось наблюдать. Солнце вновь искушает его. Призови, ну что, волны, ждем. Призови голубое. Конец игры близок, как никогда. Тебя. Господа. А стрела, веревка начала свисать, да? Это фигня. Камень покрывается совсем. Как он мог не заметить? Бьется в воздухе, танцуя, застилая собой. Все, взяли окна. Призови землю, призови коричневое, и пусть оно идет впереди тебя. Призови коричневое. Рикстер, давайте на него посмотрим в прицел. Приближай. Тьма поглощает сатирчик. Яркий свет. Это сатирчик. Скройся во тьме. Обмани их. Закрой тенью их глупый взор. Будь внутри. Почувствуй ночь.
Призови ночь. Призови черное, и пусть оно идет впереди тебя. Он его сбарьян, кара стукнул эхо, но там до мазаран сэд. А тюн чал мэн дэво, фон мин, фо... Эо... Ааа... Это ты мне книгу сейчас, что ли, цитируешь? Так, ну что, ты уже заканчиваешь свой ритуал, подлец, давай. Заканчивай уже, хватит крутить шары. Берет и крутит шары. Все. Открой для меня, открой мне, открой мой путь. Открой для меня, открой. А, это SD2. Ты открыл меня. Блин, а если не подменять было глаз, просто подождать, пока он закончит ритуал, чем-нибудь интересное было бы? Что, завершил он свой ритуал? Сдох? Миссия выполнена. Игра пройдена. Осталось посмотреть финальный ролик. Ура! Поздравляю вас! Поздравляю всех вас! Врубаю музыку и... Ну-ка. Нет, бежать мне не нужно. Еще не придумали в 2000-м такие концовки, что все разрушится после того, как главный злодей умрет. Ура! Мы прошли, мы сделали это! Я наконец прошел эту игру. Часов было потрачено на прохождение вора. 29 часов чистого времени. Лея. По максимальной сложности. С фанатским патчем на еще большую сложность. Хоть это прохождение было не идеальным, но... Тем не менее... 90% с лишним всего мы сделали из того, что могли. Я готовился. Да, я морально готовился к тому, что мне придется терпеть много боли. Ха, хранители. Так вы думаете, что победили? Ну я же получил обратно свой глаз. Но ты все еще слеп. Если ты не заметил, я только что спас мир, включая и тебя. Мы знали, что ты это сделаешь. Чем я сделал это? Теперь я вспомнил, почему я ушел от хранителей. А я вспомнил, почему мы дали тебе уйти. Чего ты хочешь от меня? Ты пришел, чтобы поздравить меня? Пригласить обратно в братство? Отлично. Я буду говорить свободно. Ты выполнил то, что от тебя требовалось. И выполнил очень хорошо. Но тебе больше нет места среди нас. Но мы тебе понадобимся. И очень скоро. Я так не думаю. Я уже сыт по горло вашими реликвиями, и вами самими тоже. Ты не можешь убежать от жизни, как ты убежал от нас, Гаррет. Жизнь все равно найдет тебя, неважно, насколько ты умен или ловок. Послушай, существует книга, о которой ты еще не слышал. Я здесь, чтобы сказать тебе, что для тебя лучше всего было бы прочесть ее, если ты можешь читать иероглифы. Послушай, я пытался забыть обо всем, но вы, хранители, никак не оставите меня в покое. Да, у тебя больше друзей, чем ты знаешь. Передай моим друзьям, что мне не нужна их секретная книга, мне нужны их предупреждения и их посланцы. Скажи им, хватит, все кончено. Скажи им, Гаррет отошел от дел. Я передам это. Но это ничего не изменит. Все записано в книге. Трикстеров можно не бояться. Бойся рассвета металлической эры. Зону эпичную вставляю. Бойся восхода металлической эры, эпохи металла. Так, вторая часть наша будет. Банда. Ах, вторая часть. Да, вторая часть будет.
но, наверное, не скоро, по крайней мере, точно на этой неделе. На этой неделе дальше будет АОМ. Ну, ничего не понял из ролика. Вернулся Гаррет, сказал, я вам мир спас, охранители, нам Яу, мы знали, что так и будет. Ни спасибо, ни благодарности, ты ничего не получишь. Он говорит, ну я помню, из-за чего я ушел от вас. Они помнят, почему они позволили ему уйти, потому что он полезный. В общем, пытался предупредить хранитель Гаррета о чем-то, но Гаррет, как всегда, был пофигистом и проигнорировал их предупреждение. А зря. Может быть, вторая часть вышла бы иначе. Сюжет. Марк Лебланк. Ну что ж, смотрим титры. И, собственно, на этом я с вами прощаюсь. А War 2 будет. Просто ждите анонса. Анонсы будут в группе. Всем спасибо за просмотр, за то, что вы составляли мне компанию на протяжении этих 30 часов безумия и боли. И всем спокойной ночи, друзья. До новых встреч. We'll be right back.